принц Гарри, законная супруга которого отмечает сегодня свой очередной, 38-й по счету личный праздник, трогательно поздравил ее в сети. В совместном аккаунте четы появилось с утра сначала официальное послание, желаем ее королевскому высочеству герцогине Сассекской счастливого дня рождения. А позднее Гарри добавил от себя более личное, счастливого тебе дня рождения, моя изумительная жена. Спасибо тебе за то, что ты присоединилась ко мне в моем жизненном приключении. Насколько известно, в этом году Меган Маркл будет отмечать свой день рождения довольно скромно, у себя дома, в Фрогмор Коттедж, в компании супруга и своего маленького сына Арчи, появившегося на свет в мае этого года. Любопытно, что никого из членов семьи Елизаветы, она в свой виндзорский особняк не пригласила. Чем герцогиня в очередной раз подогрела слухи о том, что ее отношения новыми родственниками оставляют желать лучшего. Причем за последний год они, как утверждают, только ухудшились. Впрочем, Меган и в прошлом году никого не позвала на свой день рождения. Правда, тогда она не могла этого сделать, поскольку встречала его не дома. В тот день она веселилась вместе с Гарри на свадьбе одного из лучших друзей принца, Чарли Ван Страубензе. А в 2017-м Маркл встречала свой день рождения вообще на другом континенте. Тогда Гарри увез в Африку, точнее, в Ботсвану, где они смогли вместе предаться воспоминаниям о том, как еще годом раньше в этой стране начинался их роман.